торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации. С первого дня наше сотрудничество было всегда тесным, плодотворным, взаимопонимание полное. И с Тульской областью, и со всеми нашими соседями мы очень тесно сотрудничаем. Знаете, можно очень хорошо работать, усердно, но по-настоящему серьезные прорывы получаются тогда, когда любишь то дело и то место, в котором живешь и ради которого работаешь. Мне кажется, Алексей Геннадьевич очень полюбил Тульскую область, поэтому очень заметные перемены и в самой столице области, и в других районах. Я думаю, что дальше будут новые достижения, и каждый житель Тульской области их обязательно почувствует.